Всем привет! Если задаться вопросом, что, где, как и почему, но не говорить за сколько, то всегда найдутся ответы, что нам делать. Делать нечего. Птицы сделали за нас. Люблю, ребят, когда все четко и не насрато. Это самое главное. Да, именно. Иди, товарищ, к нам в колхоз. Сегодня будет фильм о наболевшем. Я решил для себя, что надо сделать хотя бы одну из шести БПВ, отремонтировать и пойти самым легким путем, взять реле регулятор от классики. Они бывают там разных видов, с таким вот креплением, с креплением вот здесь вот сверху. Есть еще, ну, это все шоколадки для меня, потому что шоколадка, мы живем под солнцем сладко. Бывает шоколадка вот такого вида, она у меня где-то есть, где-то валяется, вот. Там принцип тот же самый, принцип действия это будет тот же самый, и все легко и просто. И сейчас мы рассмотрим на варианте, например, с отдельными выводами или на варианте с фишками, что, собственно, это одно и то же. Рисую вот это БПВ. Так. Вот так оно лежит. Рисую тоже вид сбоку. Вот оно. БПВ. Вот здесь на углу дырочка. Здесь дырочка. И посередке дырочка. Это для крепления его на подкрылок. Это вверх. Это вверх. Значит, здесь клемма есть такая, вот она, это X1, X1, от этой клеммы на генератор, на щетку идет провод, все, вот такое соединение с генератором. Если взять вот здесь вот генератор с двумя щетками, то с X1 идет вот на эту щетку. Так, вот это вот где соединение, здесь есть вот такая железочка, это масса, она сажается на массу, на корпус мотоцикла, на раму. Ну, она при прикручивании уже является корпусом, сюда еще присоединяется провод, и он идет на аккумуляторную батарею, на минус. Вот. Аккумулятор еще есть плюс. Также вот здесь есть вывод, он называется X3. Вот он, X3. С этого вывода идет проводок в панель приборов на лампочку, на контрольную, которая показывает зарядку. Лампочка своим вторым, так сказать, окончанием. У лампочки есть, ну, два выхода, да, чтобы она работала. Она сидит на массе. Так, рассматриваем вот этот, вот эту клемму. Вот она. Винтиком сюда прикручиваются провода. Вот так вот она сделана. Это X8. X8 это такой плюсовая клемма. И с X8 один провод выходит на питание электричеством таких компонентов, как стоп-сигналы, ну, через выключатели стоп-сигналов. С X8 выходит провод на
на плюсовую щетку генератора. Вот так вот идет. На плюсовую щетку генератора. И в X8 приходит плюс с замка зажигания. Замка зажигания, на который в свою очередь приходит плюс с аккумуляторной батареи с плюса. И вот поворачиваете ключ зажигания. Поворачиваете, соединяете провода плюс. Плюс пошел на X8. И с него уже пошло питание в электросистему мотоцикла и в генератор на плюсовую щетку. Как таковой минусовой щетки, нету. Щетка, потому что на корпусе не сидит, она просто соединяется с X1. И вот такая схема соединения БПВ. И забыли мы еще 7, 4 и 5. Расположены они вот так вот. Здесь X7, X4 и X5. Эти выводы соединены с генератором, с тремя обмотками генератора. И соединять их можно местами взаимно путая их. Это не имеет значения вообще. Вот такая схема соединения БПВ. Но если мы начнем все-таки разговаривать о неисправности данного девайса, то все будет проще. Все как было. БПВ. И здесь мы будем задействовать элементарные вещи. И генератор. Генератора. Вот одна щетка и вторая щетка. Значит, у генератора X1 и X8. То есть, пардоньте, у БПВ X8. X8 у нас, как мы уже рассмотрели прежде, соединено с плюсовой щеткой. X1 соединен со второй щеткой. И когда у нас БПВ навернулось, ну, если там просто так сгорело, а не коротнуло что-то, потому что там может так сгореть, что там просто пипец будет. Пропала, элементарно пропала зарядка. Берёмте с вами, я покупаю, иду вот такую штуку, она стоит там недорого. Написано вот так на ней. Беру куда-то, прикручиваю к мотоциклу, к железу, то есть, чтобы задействован вот этот корпус был, то есть, чтобы минус шел уже на этот предмет. Прикрутил его, вот он прикрученный. Сейчас я его нарисую. Вот тут и уши, тут болт, то есть он посажен на корпус обязательно. Вот здесь у него есть один вывод и второй. Здесь 67 написано, здесь 15. Вот. 15, это сюда должен приходить плюс, 67 идет на щетку. То есть берете, разрываете вот этот провод X8, или вот здесь отсоединяете, и значит вот с X8 на 15 соединяете, а 67 идет вот отсюда на плюсовую щетку. Просто в разрыв этому проводу вставляете 15-ю клемму со стороны плюса, 67-я со стороны щетки. И берете, отсоединяете вот эту щетку от X1. Отсоединяете, X1 будет не задействован. И эту щетку сажаете на корпус мотора или рамы. В общем, на минус сажаете, на массу. И все.
и должна появиться зарядка. Насчет корректности работы контрольной лампы, которая управляется X3, я не знаю. То ли она будет работать правильно, то ли она будет работать наоборот. То есть при включении заглушенного мотора, при включении зажигания лампа не будет гореть. При запуске двигателя, когда при появлении зарядки, будет загораться лампочка. Возможно так, возможно не так, возможно все по-другому, не знаю. Вот такая схема соединения для того, чтобы это все работало. Ну а всегда, как всегда, это самое... Эш хуй! Что это там интересного такого?